Как вы относитесь к теме запрета абортов в Российской Федерации? Положительно. Почему? Ну, не знаю, я считаю, что мы должны, наверное, все-таки рождаемость поднимать. В России должно жить не менее 300-500 миллионов человек, чтобы у наших недругов слюнки не текли от наших территорий, от наших богатств. Их надо заселить. Для этого надо иметь 300-500 миллионов. Как говорит православная вера и церковь, аборт – это грех, это убийство. Понимаете? Нужно создать такие условия для семьи, для женщины, чтобы они хотели иметь и могли обеспечить своих детей, большую семью. Вот к этому надо стремиться. Но если, конечно, здоровье плохое, если не позволяет, это другое дело, это исключительный случай. Ну, вообще, аборт – это по-любому убийство. Вот, и так как мы люди верующие, мы против аборта. То есть надо планировать свою беременность. Вот. И если что не так, ну, как бы, рожать надо и воспитывать. Я полностью согласен с ее мнением, потому что, ну, это по-любому убийство. Написано в Библии «не убей». Я отношусь к запрету абортов резко негативно. Я считаю, что это очень вредная и опасная мера, которая приведет, во-первых, впоследствии к большому количеству нежеланных детей, к большому количеству отказников и, возможно, к всплеску преступности. Репродуктивная политика – это хорошо, но женское тело – это не государственный инструмент. Женское тело – это собственность женщины, условно говоря. И женщина вправе решать, как со своей собственностью быть, что с ней делать, сколько ей рожать и рожать ли ей вообще. И я считаю, что не имеет смысла что-то запрещать, когда мы все знаем, как соблюдаются законы. Любой запрет можно обойти, и тут наверняка точно так же появятся возможности обхода запретов. Против абортов. Потому что потом приходится мамочкам отмаливать свои грехи всю жизнь. Нельзя, нельзя. Деток у нас сейчас и так мало. Положительно, аборты нужно запрещать. Но, смотря тоже, при каких условиях. Какой-нибудь, например, маньяк. И что тогда? Тогда нет. Но мне кажется, все равно женщина вправе сама решать, как ей поступать в данной ситуации. Полностью поддерживаю, потому что разные бывают ситуации, но бывает иногда что-то незапланированное и так далее. Понятное дело, что большинство девушек относятся к этому серьезно, но все мы люди, и всякие бывают казусные ситуации. Положительно. Обоснуйте, пожалуйста. Ну, нельзя аборты делать. В том числе почему? Дорогая, потому что очень сильно. Ну и чтобы детей было больше, население росло, война все-таки. Нам нужно население России повышать.